Каким видом транспорта вы пользуетесь в городе? В городе Ташкенте в основном пользуюсь такси, так как общественным транспортом пользоваться очень неудобно. Мы, допустим, вот передвигаемся с ребенком. Казалось бы, метро должно быть самым удобным транспортом. Есть огромный плюс, он дешевый, но что касается удобства перемещения, даже не двигаясь не в час пик, там в 4 часа, оно очень заполненное, промежутки между вагонами большие, то есть там по 7-8 минут. Ну и с коляской это практически зайти невозможно. Ну, личным авто, ну, иногда можно как бы на метро. Ну, на метро, честно говоря, уже более-менее оптимально стало. Насчет дорог, да, бывает, что чисто вот компетентность водителей, да, адекватность или уважение межводительские конкретно вызывает вопросы. Я бы предлагал бы как бы медосмотр углубленный или возможный вариант профосмотр на основе психического состояния. Это чисто мое предложение. Такси. Я бы скорее обратилась к работникам. Они не всегда ведут себя уважительно по отношению к девушкам. В городе пользуюсь собственным автомобилем. Нарекания есть. Масса транспорта, большая часть не уступает пешеходам на пешеходных переходах. Сбивает их даже. Спасибо особенно большое. Молодых детей. С утра по дороге на работу на автобусе, обратно либо пешком, либо на метро. Какие нарекания у вас есть как у пользователя общественного транспорта и как у пешехода? Касательно автобусов, потому что раньше они ходили очень долго и нестабильно, а сейчас отлично, вышел буквально пару минут, как бы доехал. Вот. А с метро, так с ним, в принципе, и в час пик тоже по моему маршруту никаких проблем нет. Обычно ногами, потому что все для моего дома близко. Транспортом, когда пользуемся, очень жарко и сейчас очень много пробок. И это очень много времени занимает, и из-за этого лучше пешком дойти. Каким видом транспорта вы пользуетесь в городе? Метро, такси. В плане метро есть какие-то нарекания? Я потею жестко там. Ну, метро на самом деле у нас как будто бы не организовано все. Потому что если сравнивать с Европой, у них такое точное расписание. Допустим, после 11, там если интервал 10 минут был, нам приходится по 20 минут ждать. Вот после работы или после тренировки, когда уставший, не то, да, как?